Ну, давайте посмотрим, все-таки пистолеты — это такой раунд, только у всех есть шанс, хотел я сказать. Но здесь шансов вроде как не особо-то и много. У Exile так точно, слишком быстро он отлетел. Бумыч последний. Но попасть по нему не могут, у него очень мало хп. А, его зарезать хотят. Понимаю. Блять, на кого я поставил $50? Чат, уже готовьтесь писать зря. Неуважение. Блять. На кого я $50 тулил? О, вот. Это Бумыч, вот на него втулил. Вот не надо было его резать. Потому что именно Бумыч и дал сейчас вантап. Моноси. Это может быть проблема, потому что Ункер может один не затащить. Как вам позиция Exile? Ну, шанс, что он попадет с этой позиции, блядь, 0%. Как вам позиция Бумыча и его аватарка? Не, Бумыч хорошая позиция. Ну, потому что это нормальный игрок, а то хуёвый. Все просто. Аватарка? Аватарка бомба. Ну, сейчас Ункер просто префом выйдет, его сбреет. Смотри. О, минус 50. Иксайл хороший шот. Ой, Бумыч, 1-1. Молодцы, молодцы, Бумыч, давай. Я поставил, что Бумыч и Иксайл выиграют первую половину. А я наоборот. А, вы поставили, что Ункер и блядю, блядю, да? Да, я поставил, что Ункер может сыграть первую половину. Ну да ладно. Тут интереснее всего, кто у нас пройдет дальше, в следующую стадию. Да, это пиздец интересно. Потому что, кстати, следующая стадия уже шуток, полуфинал. Бумыч может схавать. Может, но, как мне кажется... Сейчас Ункер... Ункера, говорю, Иксайла пару раз залетит, рандомная шальная императрица. Ну, Иксайла-то понятно, да, пару раз залетит, но эти пару раз они могут зарешать раунд. Так, Exile из арки. Дал информацию. Ну вот. Перестрелял на размене Моноси. Ситуация 1-1. Без армора. Проблема только в том, что Моноси... Все, 2-1, Алексей. 2-1. Глумится просто. Будешь уже глумиться, понимаешь? Над бомжами. Молодец, Бумыч, молодец. На Бумыча, кстати, $1000 поставили. Если он выиграет, там кэф стрёшка. Вот, Excel молодец. Excel уже отлетает, но... Флешка хорошая. Ай, хаешка на минус 2. Не человека, а хп, как вы поняли. Бумыч. Я уверен почему-то, что Бумыч это выиграет. Вы понимаете, что Бумыч... Он как будто библиотекарь. Он их просто читает. Ну, блядь, не всегда ж читать. Хорошо, идем дальше. 2-2. Моноси открывается, закрывает Бумыч, остается талант. Давайте посмотрим. По девятую Exile. 3-2. Нажмите тап, пожалуйста, Алексей. Как вам, да, игра Аункера? А Exile? Ну, получше Аункера. Тут по факту. Exile уже есть один килл, а Аункер... Ну, помните, он и в предыдущей игре очень долго просыпался и, в принципе, выступал вторым номером. Поэтому, если у тебя есть жесткий керри, ты просто выступаешь неким хелпером, который должен помогать и саппортить в различных ситуациях, то окей. Думаешь, даже решил не стрелять. Так, что же сделает Exile? Интересно. Бедно, так трясёт. Кстати, Exile... Решили в этом раунде не стрелять, команда контртеррористов.
Кстати говоря, друзья, спасибо большое, что смотрите. У нас 34 тысячи. Да, даже онлайн. С падениями. Даже с падениями, ребят. 48 тысяч лайков. Друзья, давайте добьем до 50. Будем вам безмерно благодарны. Это очень хороший будет ваш вклад в наше общее дело. Не забывайте про нашего титульного партнера трансляции CSGO Run, который специально для этого турнира сделал ставки на своем сайте. На сайте можете перейти по ссылке в описании на стриме у Вадима. Почему Бумыч вместо Никельбека? Потому что Никельбек не может, к сожалению. Ой, молодец, Бумыч. Есть минус. Ой, Бумыч, 3-4. Да, ну, а Ункера не хватает тотально. Гоп-сетка, 0-2-4, прям грустно. Что? Не, я говорю, сетка, если можно. Да, также спасибо Эрику Шокову за помощь с сервером. Спасибо ему большое. Ой-ой-ой! Чуть-чуть не залетело у Бумыча. Второму 5-3. Стычка под лонгом у нас была. Сложновато, ребятам. Непросто, непросто. Все так же 0 у Аункера и все так же 1 у Эксайла. То есть пока ребята... включается. Но в любом случае к Exile здесь спрос меньше, да? То есть даже элементарно по левелам фейс это смотреть. 6-й Exile, остальные 10-й. По опыту, наверное. Ой-ой-ой-ой-ой. Монус, что ты делаешь? Это было бы красиво, если бы переводка сработала, но не получилось. Монусти. Бумыч находится внутри планта. Мне кажется, сейчас бы был бы Simple рад такую игру сыграть. За Exile 1-2. Ему бы понравилось такое. Алексей, а как вы думаете, Simple бы выиграл 1-2? Вот с Exile? Сложно сказать на самом деле. Все зависит. Слушайте, я уверен, что бы выиграл. Не факт. 2 на 2, 1 на 1 отличаются от игры 5 на 5. Нет, 2 на 2 я имею... Нет, в смысле, я же просто видел, как он играет 2 на 2. Ну, если вы так уверены, вы... 6-3. Бумыч уснул. тысяч лайков, друзья, спасибо. Вы спасибо лучше. Вам огромное, да. Скажите Exile, что не обязательно каждый раз умирать на лонге. Exile не обязательно каждый раз умирать на лонге. Опа! Опа! Вопросик. Хорошо. Я сказал. На нахуй пишет Exile. Он еще успевает и писать, мало того, что играть. А вот в бок не убил, это грустно, конечно. Так это еще можно проиграть теперь. Ну, мне кажется, Бумыч должен затащить. Все-таки одно попадание всего лишь нужно по Аункеру. Хантарес был... Бля, Хантарес очень круто играет. Позвать бы Хантареса на какой-то... Блин, ему так, наверное, нахуй это не нужно. Хотя я думаю, он бы такой результат показал, там бы все в ахере были просто против него. Не факт, кстати говоря. Я застал его в не лучший его период карьеры, когда комментировал. Да, нет, 5 на 5, это же... Ой, ладно, не попал, Алексей, Бумыч. Это 5 на 5, а вот всякие такие матчи он играет просто нереально. Именно вот Face, FPL, там у него уровень очень жесткий. Го, столько лайков, мне столько лайков нереально. К сожалению, как бы я не хотел, как бы вас не умолял поставить 100 тысяч лайков, это просто нереально. Хотя я видел на ютубе стримеров, у которых 3-4 тысячи онлайна, но при этом они умудряются по 40, по 50, по 60 тысяч лайков собирать за 5 часов стрима. Да это накрутка. Не, в смысле. Просто актив большой, а сидят мало людей. Ну, проходит много. Да, если одни и те же люди, как они будут прожимать-то? Не одни и те же, почему другие просто ходят? Не знаю. Ну ладно. Наше дело... комментировать турнир в полном разгаре. Так, кстати, по позиционке у нас, конечно, все классно. Здесь, кстати говоря, хороший шанс, чтобы выиграть этот раунд. Да, о, да, молодцы, 4-7. Слушай, ну так-то неплохой результат они показывают против двух индивидуально очень сильных игроков. 51к, спасибо огромное. А Владу А4 получается ебаш по 2 миллиона лайк. Ну, ребят, совсем другой контент. Так, Бумыч уже умер. Остался. Ну что, надежда талант на Exile?
Лексал думал, флешка, а это смог. А я думал, смешка. А думал, смог. 8-4. Спасибо за бабки, пацаны. По стриме 72 часа и будет 150к лайков. Не, я недавно стримил 18 часов, и то, сколько мы собрали там? 60 тысяч лайков, по-моему, 70. Да не, просто многим лень. Вы же понимаете, что вот, например, вчерашний трансляция, сколько у нас было тысяч лайков? 65 тысяч, да? А за стрим прошло 900 тысяч человек. То есть из 900 тысяч человек нажали лайки 65 тысяч. 4-9. Ну да, все прям супер ожидаемо. Для меня был ожидаемый счет 10-5. И походу вот что-то он как-то близится. Знаете, в чем проблема главная? Что Бумыч и Иксайл играют за сильную сторону. Да. Но есть во всем плюсы, Вадим. Согласен, Алексей. Время турнира. Быстрее финал будет, да. Надо байтить на лайки. Байтить на лайки очень сложно. Как мне байтить на лайки? Что мне, блядь? Постоянно жопу фруктоски использовать, чтобы 100 тысяч набирать. Неплохо, кстати. Да, а тогда фруктоска, я помню, бля, мне тогда такой плюс мораль фруктоска подарила, когда мы, короче, этот... я только перешел на YouTube, она говорит, ну ладно, давайте я жопу скину, блядь, ТГ нахуй. Я... Просто... Может, мне тоже сделать так? 900 катеров, лишь вчерашний стрим посмотрело 900 тысяч человек. Просто просмотры нагоняются. То есть вы увидите просмотры. Я же вижу в реал-лайфе 900 тысяч посмотрело турнир. Блин, он жестко. Ну да, это прям катком, прям просто. Ну я и думал, что тут будет катком. Просто думал, наоборот, бумаж катком. Бонусе. Попикал. Ксиал последний. Хорошо, 11-4. Слушай, Илюша так-то неплохо, 3 кило дал. Напишу ха-ха. О, сейчас будет push short long. Сейчас будем еще и XL выиграть раунд, смотрите. Они не выиграют, походу, уже. Просто на респе. На секунду зайду к Бумычу, послушаю, как у них там. Ребят, как вы тут? Да все пошел нормально. Нахуй этот, блядь, сука, молодой симпл. А чего-то не хватает? С хитом. Лас хитом. Второй с хитом. Алексей, что-то там морали как-то маловато. У кого? У Бумыча и Ксайла. Ну откуда ей взяться-то? Может, на фане будут, зная Бумыча, что он... На фане? Не, на фане я не захотел. Хотя я на фане не звал. Ну, ты говоришь, на фане. Я на фане, это скамбит. Ты про него? Да, именно так. Не. У меня не было его контактов, поэтому... Да его не написал. Да игра сегодня была. Тоже верно. Алексей, талант Exile остался. Как вы думаете, что будет сейчас? Талантливо умрет. То есть вы не думаете, что он может выиграть раунд? Ну, одного может перестрелять, но я думаю, поскольку они двигаются вдвоем, должны на размене забрать его. Хорошо. Так. Есть ли шанс?
дебакнуть? Угу. Нет. Вот тут вы правы, Алексей. Вот тут вы правы. Или левы. Так, выход через мидл, хорошо. О, это походу пятый. Алло. Это походу пятый раунд, ребят. Да, да, да. Скорее всего так. Опа. А это пятый. А нет. Может быть не пятый, сейчас узнаем. Вас так сам. А, Монос не туда смотрит, так сразу. Ой. Халява. Что он написал за слово, блядь? Илюшка. ХЖД. Я делал тикток классный про... Что будет, если там поменять? В слове Илюха на букву Ш. Илюшка. ГГ. Ребят, что не получилось? Там, там чел дает въебало. Я всех сразу перекину. Раз, видишь, он сразу дает въебало. Я сразу перекину вас. Что, что не вышло? Вот общая проблема. Какая была команда? Да мы замены играли турнир. Вот, замены играли турнир. Не успели подготовиться должным образом. Как бы, понимаете, так. Это микс. Микс. Вот, так что было очень турнир тяжело. Команда там слаженная. Как бы на другой стороне. Турнир уже играет второй день. Так. Ну ты тоже вот. Второй день. Нет, я с другим итом, я же замены, как бы это все, понимаешь, меняет вообще. Ну ты замены же не прошел. Ну, не получилось. Знаешь, я думаю, когда кому-то третьему залететь, еще чемп слить кому-то. Как вариант. Может, в финале понадобишься? Я напишу, там есть фриагент, если нужен, на чемп еще. Хорошо, все. Хорошо, мы будем знать. Сейчас поищу по сетке, кому можно залететь. Да, да, сейчас залетишь. Сейчас. Там, кстати, вон перфекта рекрент, можно залететь туда. Перфекто сыграй против вот, вот этих двух, блять. Так, что я убежал в next игру и скоро вернусь.